неопределенного возраста, с неопределенными родителями, живет в развалинах старого амфитеатра. Ее любят, она умеет слушать, как никто другой. Вы знаете наши правила. Эта ставка не принимается. У вас есть еще кандидаты? Пеппа, по прозвищу Подметач, работает по уборке улиц. Живет в хижине рядом с развалинами старого амфитеатра. Свою работу любит, делает ее с удовольствием. Ставка принята. Следующий. Никола Каменщик. Строит хорошие дома, только очень долго. Ставка принята. Следующий. Фузи. Парикмахер. Любит мечтать и петь в холле. Ставка принята. Следующий. Джиларама по прозвищу Джигигит. Молодой человек. Занимается тем, что рассказывает всякие небылицы и выдуманные истории заблудшим в амфитеатр туристам, за что они ему платят. Мечтает стать богатым и прославиться. Прекрасно. Ставка принята. Следующий. Нино. Трактирщик. Живет с женой, любит принимать у себя стариков и долго беседовать с ними о жизни. Ставки сделаны, господа. Игра! Выигрывает ставка парикмахера Фузи. Поздравляю! Вот так и бракует вся моя жизнь. Подхватывание ножниц и болтовня клиентов. В мыльной пене. Что вижу я в жизни хорошего? Когда я умру, все будет так, как будто меня вообще никогда не было на самом деле. Кто я такой? Маленький подобрей? Вот кто. Вся моя жизнь ошибка. Вот жил бы я настоящей жизнью, был бы я совсем другой человек. Но для настоящей жизни надо иметь время, надо быть свободным. А я, собственно говоря, на всю жизнь пленник классных ножниц, болтовни клиентов, мыльной пены. О, да-да. Чем могу служить? Вас забить или, может быть, подстричь? Ничего подобного. Я являюсь членом элитного клуба. Я игрок номер 384. Вам стало известно, что вы хотите вступить в наш клуб? Да, откровенно говоря, для меня это новость. Я даже и не знал, что существует такой клуб. Ну, теперь вы это знаете. Вы ведь господин Фузик, парикмахер. Совершенно верно. Значит, я попала по адресу. Вы наш кандидат. То есть как? Видите ли, дорогой господин Фузик, вы растрачиваете свою жизнь. Махаться не можно, болтовны, не мы. Когда вы умрете, все будет так, как будто вас вообще никогда не было. Если бы вам хватало времени вести настоящую жизнь, вы были бы совсем другим человеком. Самое главное, в чем вы нуждаетесь, это время. Странно. Именно об этом я только что думал. Вот видите. Но откуда берется время? Его надо копить. А вы, господин Фузи, растрачиваете его самым безответственным образом. А сколько лет вы оцениваете разницу в своей жизни, господин Фузи? Ну, я думаю, прожить лет 70, может быть, 80, если буду угодно Богу. Хорошо. Возьмем для осторожности только 70 лет. Так это составляет 2 207 512 000 рублей. Это, господин Фузи, ваше, так сказать, состояние, которым вы можете распоряжаться. Да, впечатляющее число, не правда ли? Ну, посмотрим дальше. Сколько вам лет, господин Фузи? 42. Это? 1 324 520 000 рублей. А сколько вы спите ночью в среднем? Ну, часов 8, наверное. А сколько времени вы ежедневно тратите на работу? Ну, я думаю, тоже часов 8. Но вы еще тратите определенное время на еду. Сколько вы тратите на завтрак, обед и ужин?
Ну, я думаю, часа два, может быть, три. Полагаю, что побольше, но допустим. Как нам известно, вы живете один со старой матерью. Ежедневно вы посвящаете ей целый час. Вы сидите и разговариваете с ней. Хотя она глуха и едва ли что-либо слышит. Кроме того, как нам известно, у вас есть еще совершенно лишний зеленый попугайчик, уход за которым ежедневно стоит четверти часа. Но, послушайте... Кроме того, как нам известно, раз в неделю вы ходите в кино, раз в неделю поете в хоре, по вечерам встречаетесь с друзьями, а иногда даже читаете ту или иную книгу. В итоге вы убиваете свое время совершенно бесполезными занятиями. И на это у вас уходит по 3 часа ежедневно. Вам нехорошо, господин Фузик? Нет, ничего, но, пожалуйста, простите. Мы сейчас закончим. И вам надо коснуться еще одной главы вашей жизни. Это ваша маленькая даль, вы знаете. Ха! И это вам тоже известно. Я был уверен, что кроме меня и Фрейлин Дарьи никто и никогда не сможет... В современном мире тайн больше не существует. Подойдем к этому вопросу реалистично, по-деловому. Вам известно, сколько вам стоит Фрейлин Дарьи? Но ведь я люблю ее. Ну, конечно, вы ее любите. Об этом я как раз и говорю. Любовь при более тщательном рассмотрении есть самая дорогая деятельность в мире. Теперь посмотрим, что же вам, собственно, остается, господин Фузик. Если суммировать все время, которое вы тратите на сон, работу, питание, общение с матерью, друзьями, бессмысленные встречи с Фрейлин Дарьей и прочие маловажные вещи, у нас получается 1 324 520 000 рублей. И что вам остается? Что вы на это скажете, господин Фузик? Не находите ли вы, что такое мотовство недопустимо? Не хотите ли выступить в наш клуб и начать копить свое время? Но зачем? В нашем клубе вы можете сделать ставки на сэкономленное время и выиграть гораздо больше, чем у вас есть. И сколько? Все зависит от вас, смотря сколько вы собираетесь накопить и какую ставку сделать. Вы можете выиграть еще полжизни и делать с этим временем все, что вам заблагорассудится. Отправиться путешествовать, например. Подумайте, стоящее ли это предложение. Стоящее. И что же я должен сделать? Ну, дорогой мой, вам, наверное, известно, как копится время. Должны быстрее работать и не делать ничего лишнего. Все это я могу сделать. Но когда я смогу сделать свою первую ставку? Мы известим вас, когда будет ваша игра. Будьте здоровы, господин Фузик. Они тратят на удовольствие и развлечения. И они ни о чем не догадываются. Когда наступает тишина, некоторые из них начинают догадываться, что на самом деле происходит. Поэтому они боятся тишины и заполняют ее шумом, свирепым и угрюмым. Что предпринимается для привлечения остальных жителей города в клуб? Ежедневно по радио, телевидению и в газетах разъясняются и восхваляются преимущества новой организации, которая дарит людям свободу для ведения настоящей жизни. На стенах домов и афишных тумбах развешаны плакаты с картинами грядущего счастья. На фабриках и заводах, в офисах и магазинах, в самых видных местах висят надписи «Время дорого, не теряй его» или «Время – это деньги». Отлично. Продолжайте работать по всем направлениям. Кстати, а какая ставка выиграла в последнее время? Никола Каменщик. Скажите, пожалуйста, господин председатель,
А почему вы все время отклоняете ставку МОМО? Понятно. Видите ли, по нашим правилам, привлечение детей в клуб происходит в последнюю очередь. Самое худшее – это дома, которые мы строим. Это вообще не дома, это бункера, и в них люди напиханы. Фу, смотреть тошно. Но мне-то какое дело до всего этого? Я получаю свои деньги. И баста. Да, времена меняются. Раньше я гордился своей работой. Когда мы что-нибудь строили, на это стоило посмотреть. Вот теперь... Когда-нибудь, когда я накоплю денег, я плюну на свою профессию и начну что-нибудь другое. Пока.
меньше людей слушали мои рассказы. Все не как раньше. Что-то происходит. Ну что? Ничего хорошего. Ой, да, это правда. Оно приближается. Оно уже везде в городе. Я давно заметил. Что оно? Ничего хорошего. Становится холодно. Ах, сбрось. Зато все больше детей приходит сюда, к нам. Да, поэтому. Что ты хочешь сказать? Они приходят сюда не из-за нас. Они ищут прибежище. Жень, расскажи что-нибудь. Да, Жень, расскажи. Может, прикрутишь свой дурацкий приемник? Что? Прости, я не слышу тебя. У меня приемник слишком громко орет. Я сказал, выключи его. Что ты мне приказываешь? Я хочу легко слушать свой приемник. Нечего мне приказывать. Мы не можем мимо этого запретить. Самое что большое, что мы можем, это не просить. Пусть когда-нибудь кричет, он уже был рядом, все понял. Причина, наверное, есть. Определенно. У него есть причина. Джиги, расскажешь что-нибудь? Да, Джиги, расскажи. Сказку. Веселую историю. Приключения. Лучше вы мне что-нибудь расскажите. Как вы дома живете и почему пришли сюда к нам? У нас теперь большая машина. В субботу, когда папа и мама свободны, мы ее моем. Если я хорошо себя веду, мне разрешают помогать. А я теперь каждый день в кино хожу, когда захочу, чтобы развиваться. Потому что у папы и мамы совершенно нет времени. Но я не хочу развиваться. Поэтому я тайком хожу сюда и экономлю деньги. Когда я накоплю денег, я куплю себе билет и пойду ездить в гости к гномикам. Голубенька, ты гномиков не бывает. Нет, бывает. Я в одной рекламе путешествую. У меня уже один запасной рассказ. Я их слушаю, когда захочу. Раньше отец сам рассказывал, когда домой приходил с работы. Вот это было здорово. Но теперь его почти никогда нет дома. Или ему просто неохота. Твоя мама. Ее целыми днями не бывает. Да, и у нас так же. Когда я прихожу из школы, я разогреваю обед. Потом делаю домашнее задание, потом... Ну да. Потом я играю с кошкой до самого вечера. Чаще всего прихожу сюда. Я вообще-то рад. Я радуюсь, что моих стариков больше нет на меня времени. Когда я дома, они дома. Они обычно пьют или ругаются. А мне теперь дают гораздо больше карманных денег. Понятно. Они делают это, чтобы избавиться от тебя. Они больше не любят нас. И себя они не любят. Я вот так считаю. Это неправда! Мои родители очень даже меня любят. Они же не виноваты, что у них больше нет времени. Так уж вышло. Зато они подарили мне этот прекрасный радиоприемник. Вы знаете, какой он дорогой? Значит, они меня любят. Да, становится холодно. Почему? Мои родители говорят, что вы здесь все лентяи и воры. Вы воруете время у боженьки, сказали они. Потому что таких, как вы, слишком много. Поэтому у других людей не хватает времени. Я не должна сюда больше приходить. Ты сам такой же, как вы. И вы тоже так про нас думаете? Почему же вы туда приходите? Мне вообще-то все равно. Я все равно стал карманником, как говорит мой старик. Я на вашей стороне. Так вот как? Барами. Мои родители никогда не врут. Разве вы не воры? Еще никогда, никогда в жизни я не украл у Господа Бога или у ближнего своего и самой малой частицы времени. Клянусь Богом. Я тоже. Я тоже. Вообще сейчас вам вот что расскажу. Раньше многие люди приходили к Момо, чтобы она их выслушала. Тогда они здесь находили себя, если вы понимаете, про что я говорю. Раньше они меня приходили слушать, но тогда они забывали себя. А теперь у них нет на это времени. На что у них нет времени? Подумайте. Недавно я встретил в городе одного своего старого знакомого, парикмахера Фузи. Я давненько его не видал, я не узнал, как он изменился, стал каким-то нервным, брюзгливым, раздражительным. Был бы он один такой, я подумал, что он просто спятил. Но я смотрю и вижу, что таких людей становится все больше. Да, я тоже заметила. Недавно я была у своего старого друга Никола. Я не узнала его. Он стал каким-то странным, на себя не похожим.
Обещал прийти, и так и не пришел. Вот, теперь наши старые друзья стали такими же. И я спрашиваю себя, может, сумасшествие тоже заразная болезнь? Я уверен, это своего рода зараза. Но тогда вы должны нашим друзьям помочь. Ну как? Ну, если они перестали приходить к нам, мы сами должны отправиться к ним в гости. Я схожу к Нино. Хорошая, очень хорошая идея. Я, пожалуй, тоже скажу к своему старому знакомому, что-то я давненько его не встречал. Я, к сожалению, не смогу составить вам компанию. Сегодня воскресенье, я ночной сторож. Жаль, но ты приходи завтра. Обязательно приду. Ну что, пойдемте? Пойдемте. Совсем другие заботы. Да, у нас теперь совсем другие заботы. Например, как отвадить старых добрых клиентов. Вот теперь его главная забота. Помнишь, Момо, тех стариков, которые сидели вон за этим столиком, вот там в углу? Он их прогнал, выбросил вон. Я этого не делал. Я любезно попросил их найти себе другой погребок. Как хозяин, я имею на это право. Право? Право? Нино так не поступают. Это бесчеловечно и подло. Ты прекрасно знаешь, что другого погребка им не найти. А у нас они никому не мешали. Конечно, они никому не мешали, потому что приличная богатая публика к нам не ходила, пока тут сидели эти старые небритые типы. Думаешь, такое понравится людям? От стакана дешевого вина, которое они могли себе позволить за вечер, прибыль невелика. Так мы ничего не добьемся. Дела у нас шли неплохо. До сих пор да, но ты прекрасно знаешь, что дальше так дело не пойдет. Хозяин дома повысил арендную плату. Теперь я должен платить на 1/3 больше. Все дорожает. Откуда взять денег, если я превращу свой погребок в прибежище старых нищих болтунов? Кто должен жалеть других? Меня никто не жалеет. Сейчас я тебе кое-что объясню. К этим старым, небритым болтунам относится и мой дядюшка Эккере. А я не позволю поносить мою родню. Он прекрасный, добрый человек. Хоть у него и меньше денег, чем у твоей приличной публики. Эттери может остаться. Я сказал ему это, но он не хочет. Конечно, не хочет. Что ты, собственно, думаешь? Он один без друзей будет тебе там сидеть в углу? Тогда я ничего не могу поделать. Во всяком случае, у меня нет никакого желания из-за твоего дяди Эттери окончить жизнь хозяином какой-то забегаловки. Я тоже хочу кое-чего достигнуть. Или это преступление? Я хочу улучшить свой погребок, сделать его шикарным. Ведь я делаю это не для одного себя. Я делаю это и для тебя, и для нашего ребенка. Неужели ты не понимаешь это, Лилиана? Нет, это бессердечно. Если ты хочешь начинать с этого, то начинай без меня. Тогда в один день я встану, оставлю все и уйду. Делай, что хочешь! Да, душевные были люди. Я бы и сам хотел, чтобы они к нам приходили. Знаешь, маму, мне и правда жаль, что я... Что делать? Времена меняются. Может быть, Лилиана и права, с тех пор, как... Старики исчезли, мой погребок стал для меня каким-то чужим, холодным, понимаешь? Он мне самому перестал нравиться. Я и правда не знаю, что мне делать, но теперь все так поступают. Почему я должен поступать по-иному? Или ты думаешь, должен? Хорошо, мама, что ты пришла. Я уже совсем позабыл, что прежде мы в таких случаях всегда говорили «навести Момо». Но теперь я приду вместе с Лилианой. Послезавтра у нас выходной, вот мы и придем, согласна? Конечно, приходите. Я буду ждать вас. Мама, подожди, сейчас я тебе гостиниц вынесу. Ну, я пошла. До свидания, Момо. До скорой встречи. Лилиана!